Ну что, грузин Гоча чабукаидзе. Где же ты, моя сулико? Здравствуйте. Здравствуйте. Я Дима. Я Гоча. А я Константин. Чемпион. А как вас зовут? Гоча. Гочи? Гоча. Гоча. Да. Это грузинское имя. Да. Чем занимаетесь? Я, в общем, чтец церкви. И параллельно работаю в ресторане. А что делаете в ресторане? Пою. В общем, я служитель двух господь. В одном царит мамона, деньги. Для меня они все трезвые, не пьяные. А в другом наш Господь. Это мне как раз и помогает для одоления ресторанных проблем. Пою всем сердцем. Это все началось с моих дочерей. Они меня просили, что вот столько лет ты поешь, ты, мол, выйди на сцену. Я вот как-то согласился. Вы Гоча? Да, я Гоча. Вы поете? Да, я пою. И вы поете так, что мы сейчас встанем? Я бы очень этого хотел. Потому что, знаете, певцов много, а хороших певцов... Нас хороших певцов мало. Я попытаюсь спеть с сердцем. Спасибо всем. Так это же кухня. Heart over mine, as I'm my father's son. I live my life just like my father's done. If he told me one day that somebody held a big chance, would I believe it? No way. Made up my mind and never hold its way. But tell me why, every time I try to tell you each goodbye, I can feel your anger leave my heart. I know I want you to say what I'm trying to say. Heart over mine, I'm my father's son. I live my life just like my father's done. But tell me why, every time I try to tell you it's goodbye, I can feel that you're in my heart. I know I want you so, все мурашки. Так оригинально сейчас выступили, я такого не видел. Еще бы 3 секунды, вы бы разорвались.
у вас на вас во время припева находит какой-то шторм музыкально-мозговой. И я вначале побоялся, а потом я понял, что это круто. Это очень круто, это очень интересно. Спасибо. Гоча, вы сказали, что будете петь сердцем, и вы нас не обманули. Это была песня «Сердце». Я тоже никогда не слышала такого исполнения. Поразительное, удивительное. И я очень хочу увидеть еще. Спасибо огромное. Гоч, я вам скажу больше. Вы подняли весь зал. Гоч, от меня железное, да. Спасибо. Три да, спасибо. И вам огромное спасибо. Тоже я буду спевать, такая трошка пидраства, вообще манера нереальна. Необычный человек такой, да? Ой, такие полярные эмоции.